Станице Северской на базе клуба загородного отдыха прошло первенство Северского района по спортивной акробатике. Приняли участие в нем более 600 человек. В этом году приехали команды из городов Краснодар, Новороссийск, Тимашевск, Геленджик, Батайск, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Курганинск и Республики Адыгея. Команду нашего района представляли более 150 спортсменов. Рады приветствовать всех гостей, спортсменов, которые приехали на нашу благодатную Северскую землю. И, конечно, хотим пожелать, чтобы этот турнир, эти соревнования прошли очень достойно. Мы уверены, конечно, что каждый получит достойное место на пьедестале. За медали юные спортсмены боролись целых 3 дня, показав максимальный уровень подготовки и профессионализма. По итогам состязаний команда Северского района показала наилучший результат. Наши ребята – многочисленные победители и призеры краевых и всероссийских соревнований. В день награждения, не изменив себе, они снова на первых ступенях пьедестала. В числе первых – Захар Дорошевский, Алексей Карась. Титулованная мужская группа – Денис Бирюков, Давид Гамахария, Иван Сафошин и Андрей Садовничий. На высоте девушки первое место у группы Екатерины Гороховой, Анастасии Гороховой и Марии Сколотиной. Снова на высоте смешанная пара Артем Платонов и Елизавета Котенева. Многие стали призерами первенства, завоевав 2-е и 3-е места. Спортивная акробатика давно стала визитной карточкой Северского района благодаря упорному труду и таланту спортсменов и их тренеров.